Утро доброе, бля. Вечер добрый, бля. Всем привет, ребят! Меня зовут Владимир, и вы на канале Иновский, и мы продолжаем Far Cry Primal. И сегодня мы, наконец-то, здесь пока что ничего не поменяется, да? Я так понимаю, пока мы всех там пятерых не вытащим к себе в лагерь, это все не сдвинется. Проверяем. В предыдущей серии. Айра сказал тебе про Такара. Винь же собирается, чтобы увидеть Такара, хозяина зверей. Ну ты в курсе. Чтобы благодарить его за его силу, оно ул за улом напало на деревню Винжа. Чтобы спасать деревню, Такар должен собирать больше сильных Винжа. Итак, сегодня мы отправимся, наконец-то, за крюк-кокошкой. Крюк-кококошкой, чтобы нормально ползать по скалам. С Такаром по скалам. Чтобы было красиво и хорошо. Так, что за замес? Что за махач? Господа, господа, вы бросьте это мне. Чуть я голодный какой-то, прямо при смерти. А кто? А, вот ты? Один, что ли? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Получается, что один? Получается, какой-то в поле не воин. Вообще-то, нас-то капец, вон как много оказалось. Да еще и мы с тигрей. Так, тигрей, нам бы это, покушать бы что-нибудь. Мне, в частности. А то что-то как-то вообще не огонь получается. Так, давай-ка сбегаем тогда куда? Куда? Вот сюда. Сбегаем. Ага, нам есть нечего. Так, тогда мы идем спать. Потому что какие-то мы мятые сильно. Поспим, восстановимся и пойдем вот сюда. Я думаю, что здесь нам дадут крюк-кошку. Кто-то же должен нам дать крюк-кошку. А что, кстати, в тайнике мяса нет случайно? Ну вот же оно. А мы не можем его взять? Из тайника можно только в деревне? Чего? Серьезно? А зачем тогда здесь тайник в принципе? Ладно. Нет, так нет. Ну я надеюсь, что крюкошку-то дадут-то, в общем-то, да? Может же быть так? Может же быть, что придется ее еще и прокачивать, чтобы ее дали? Это было бы не очень, конечно, классно. Хочется, чтобы как-то вот... Вот как-то вот туда пришел и получилось сразу. Так, а что нам надо-то, собственно? Ну... А, ну давай сходим. Там же квесты висят. Достаточно еды. Ну, естественно. Тогда давай сюда. Также возьмем. А там, когда по пути будет, заскочим и выполним обязательно. Так, тигри, ко мне! Погнали, сейчас кого-нибудь выцепим на покушать. Это свои? А, это свои. Охотнички. Ай. Аккуратно. А это что еще такое? Что ты такое? О! Понял. Калорийненько получается. Калорийненько. Опа. Че там тигри-то? Ай. Давай, тигри тоже дадим. Пойдем. Так. Ну, раз уж мы тогда собрались, давай тогда добежим уже. Хоть и путь того не очень-то прям близкий. Ну и еды, я думаю, надо прям, наверное, может быть, три хотя бы куска. Наверное, с одним нас не телепортируют просто. Не пропутешествуем. Шибко голодно. Опа, опа. Пойдет. Возьму. Ты куда? Постой. О, догналась. Так, ну все, так-то мы можем уже и телепортироваться.
А так-то надо бы уже и дойти. Поинтересуемся, что им там. Неладно опять. Принять. А, это типа прямо сейчас? Помощь Винджи, сопровождение, добиться для группы Винджи, поговорить с ними. Ну ладно, давай. Коль такая песня, сопроводим куда-нибудь кого-то. Тигри, go. Let's go. Кто тут? Кто тут несопровожденный? Чё ты плачешь-то? Ещё ничего не случилось. Туши! Шанчанти, ты чего? Чего сказал? А на нас точно нападут, да? Ну, по-любому. Не зря же я здесь, с тигри. Гуляю. И ну копье у нас, конечно. Просто же, как будто даже и из металла, да? Уже. Неожиданно. Опа. Опачки. Вот это тебе засада. А чё, подожди. Как-то так. Справляемся, нет? О, блин, один уже умер. Ну как так вообще, ребят? Вы чё? Ну маневрируйте хотя бы чуть-чуть. Кто там? Где там? Куда мы идем вообще? То мы так вообще никуда не дойдем. Гуа-гуа, тихонько. Тихо. Я возьму их на себя. Ой. Взял прям. Прям взял. Прям на себя. Ой-ой-ой, как было глупо так делать. Ой, как... Копье потерял свое крутое. Серьезно? Ночкой, палкой. Собака. Так. Тигри, я прикрываю. Туши. Мы команда. Так. Копье потерял, да? Естественно. Че стоим? Че, идем, не? Это еще не все. Куда вам там надо-то? Далеко ли? Баяшанти. Господа, пятикантропы. Копье бы возродить. Все-таки прокачанное. Опа. Где? Я слышу горн войны. О-о-о-о-о-о. Смотри. Смотри, они думают, что их никто не видит, а на самом деле я вижу. Офигеть, как много. Ребят, вы чё? Опа! А вот и засада получается какая-то. Где еще? А, вон тот. Вот этот. Ты что ли? Давай. Ну все, чё? Ну куда идем? В Москву? Вы где, друзья мои? Друголечки. Убежали без меня, что ли? А, вон они. Ну вы, конечно, торопитесь. Я прям смотрю, прям торопитесь. Прям помогаете отбиваться. Со всех сил. Со всей силы. Да, представляете, а тут вон врагов сколько лежит, неожиданно, и так приятно. Но, вон туда мы идем, к заборчику, или где? Сантуани? Кварта, пока. Все, не? Или еще махач? Да не, вроде свои. Ну что? Все получается. Наконец-то. А, ну все, полетели тогда.
готовы. Ну, нормас, чё? Считай, и дело сделали. И... Да и чё, а еды мы, в принципе, походу насобирали. Так, ну нам тут вроде ни на чё не хватало, да? Потому что всё там требует мамонта, и населения больше надо. Я смотрю, без населения здесь вообще никуда, в общем-то. Это что? Тут такая же ерунда. Ну, кстати, по населению мы вообще очень даже таки близки. В принципе. Если вот таким образом по 4 человека спасать, так и вообще огонь. Ба! Ты чё задумала? У охотника быстрые глаза. Он видит, что другие не видят. В ухо. Медленным глазам нужно солнце. Они боятся ночного неба. А твои глаза боятся ночного неба? Боятся ночи? Небо никогда не говорит мне, когда охотится. А, кучеряво базаришь? Ты показать мне свои глаза. Большой лось прятаться в тени. Он есть ночью. Ты найти его, взять его силу. Давай, вали, что стоишь? Что ты, иди давай, что ты? Что ты, иди давай. Все, я пошел, что ты? Так, ну это понятно. Тогда мы сейчас к каждому зайдем. Ой. А, да? Ё-моё. Мама, пойди. Да-да. Пойду. К каждому зайдем. Спросим, что надо. Ох. И... Если чё... Слишком много мамонтов умирает на севере. Будем их убивать. Ты ехать на мамонте, брат. Костяные деревья рушить. Зверя защитить. Надо? Да даже ролик не посмотрим. Ладно. Бюджетный квест без ролика. Ладно. Так, окей. Так. А чё шамане? Шамане. Чё, есть чё? Не? Не вижу. Хозяин зверей, ты укращать белый волк. Показывать всем видео своя сила. Всё понятно. Так, подошёл, тут ничего. Хозяин зверей, так, ага. А, всё, окей. Так, и все-таки погнали за кокошкой. Куда? Отсюда. Пау. Я надеюсь, мы сейчас... А, все. Ой, я при смерти. Давайте же до рассвета отдохнем в таком случае. Что-то мы как-то сегодня... Не в форме просыпаемся, точнее, не в форме встречаем новый день приключений постоянно. Какие-то мятые, не свежие. Такар, тигри простаивает, погнали. Так, а что у нас вообще по прокачечке? О май год. Улучшенный до предела? А вот тоже есть какой-то. А вот еще какой-то. Ну это все понятно. Это уже легендарные пошли. Ну он типа помощнее, да? Так, окей. А как мы сюда пойдем? Прям вот так? Прям напрямки? Погнали напрямки. Как раз карту откроем. Ать. О, а чё, может быть, всё-таки козоньку одну? Всё-таки дорога не близкая. Вот сейчас бы кошку цепанул бы. Красиво бы спустился. Так. Возьмём это с собой. Пожалуй. Всё. Готов. Так. Это обычная ольха, да? Ольха. Ну нормально, чё? Ольхи много. 16 ольхи, нормально. Пойдет. А то она тоже, знаешь ли,
Вот так вот постреляешь, постреляешь, бабача, и нет ольхи никакой вообще. И нисколько. Мы где вообще? О, это что такое? Аванпост копала? Сложность низкая? Блин, надо брать. Стелс? Я надеюсь. Мастер стелс? Я надеюсь. А чё, кстати, давай разведаем. Мы же можем. А где, собственно, аванпост? А, вон он. А-а-а. Ладно. Пикируем в таком случае. Чё-то я никого не вижу, это настораживает. А где все? А? А, ну вот еще один. Ну не два же их на базе, правильно? Так, что-то там три. Ладно. Ой-ой-ой, как высоко. Ничего не понимаю. Ой-ой-ой, мне кажется, это фиаско. Очень высоко было. Не стоило. А, окей. Как в кошмарах, знаешь, иногда снится, как ты падаешь куда-то. И вот тут то же самое. Настолько высоко, что аж капец. Так, что там? А, это не наш тигрик, кстати. Это другой тигри. Спасибо, тигри, за это. Такое чувство, что он прям на нас работает. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Так. Давай предположим, что это тоже чей-то тигр, просто лесной. Какой-то лесной тигр. Совсем завис, что ли? Дурачок. Отставить. Отставить, тигри. Ну-ка. Что творится? Да остановись ты, чумачечий. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа. Опа. Тихонечко. Так, очевидно, это был не последний. Такое чувство, что этот тигр сейчас там всех поест. Он так уверенно двигается по базе. И все еще живой. Ой-ой-ой-ой-ой. И как же я вам туда проберусь-то так? Лихо. Ой-ой-ой, как вас много. Какой же здесь может быть стелс? Ты посмотри, как много народу. Да не, наверное, не стелс. Совсем прям. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, не ори. Ой, это наш? Какой молодец. И что спрашивается, я на карачках хожу? Если наш тигр решил, что самое время нападать. Ну вот и давай теперь разбирайся. До конца, как говорится. Все? Хорош. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. А до того добежишь? Ты серьезно, и до того добежишь? Шикарно. Какой-то сервис. Так может ты тогда и уже и до того добежишь? А что, так можно было? Что-то последний? Блин, ну это было бы... Это было бы не по стелсу, если бы я пополз, конечно. Ну или как минимум было бы очень долго. Ну отлично. Ну, командная работа, ну... Ну... Так, хорошо. Это что такое? Какой экспонат? Так, ладно, пусть. О, не так уж прям и помог нам этот телепорт. Ладно, побежали далее. Где, 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 куда? А, вот, все, вижу. Кошка не ждет нас. Так, быстрее, 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 быстрее. Потом мы уже полдня идем туда. Так, ну и получается, это как бы крайне ключевой, да, персонаж?
Это уже квест. А вот это, кстати, что? Какой-то форт? Он похож больше на злодея, кстати. Из тех, которые напали вначале на наше племя. Может, это босс? Так, а мы ни в какой биом не вбежим. В южный там или в какой-нибудь еще. Опа. А вот это нет. И чё, подожди. Передумали? Бывает. Я надеюсь, тигр на карачках. Опа. Опа. Ножичка. Метнули. Отлично. Тигри. Здоров. Почти пришли, в принципе. Чё за звуки? О. Он у нас что? Не будем останавливаться. Так, это получается... Где-то... Надо наверх подниматься или нет? Давай заберемся на всякий случай. А ты знаешь, как это бывает? Под горой побежал, а потом обратно возвращаться на подъем. Не надо так делать. Опа. Вот это, кстати, говорят, опасно. Это же... Ты что такой бешеный, а? Я не пойму. О, все, успокоился. Это что такое вообще? Это барсук? Серьезно? А это что? Это кто? А, дерево. Показалось, что-то идет на меня. Чего? Тайник какой-то? Это мы уже, походу, пришли. Да нет, а тут что интересно? Ладно. Разберемся. Наверное, если не забудем. Так, ну все-таки внизу, да? Хорошо. Что ж такого? Ой, хорошо. Тут мы нет. Ну да. Блин, Дакар, как ты дожил до этого дня вообще? Фига ты как. Фу, солененько. Красота. Я Винджа. Нет. Я последний Винджа. А ты грязная боссаная рожа. Прямо как Удам. Пока, обоссанный. Вот так вот. Вот ради этого мы сюда и шли. Так, ну тут-то что? Поджигаем, чё ли? Как-нибудь чё ли? Думаю, прогорит. О, чё здесь Леха делает? В пещере-то. Это безопасно? Ой! Это что за галлюцинации? Что происходит? RTX мне в глаз, что происходит? О! То дяденька какой-то маньяк прям. Я смотрю. У него здесь вон что. И вот что. Так, я предлагаю... Уходи. Класс. Что за паника? Ладно,
Я понял тебя. Давай быстрее. Копье сгорит. А, и мы же сейчас воду нырнем. Да ё-моё, что происходит? Ну, как бы и весело, и не очень. Вот эти неспокойные кошки. О, поджарилась чуть-чуть. С хрустящей корочкой получается. О, вот еще одна. О, это что торчит? Опа! А вот и кошка. Получается, кошка в кошке. Получается, дабл-кошка. Так, а шкуру мы... А, ну ладно. Воу. А, собственно, что дальше? Оу. О, другой разговор. Наконец-то. Нам дали крылья. О. Хоба. Контрол. Так, а тут? А, тут, видимо... А как вниз? Понял. Ой. Ой. А чё? А. О. Получится? Чё-то мне не хочется туда. Мне кажется, там меня не ждут. А, или наоборот, ждут. Так, а здесь чё? А, во. Тут наверх? И... да. И... о. А что за цель? Выбраться, да? Скорее всего, да? Так. Пошло кошечное кунг-фу. С кошки на кошку. Все, выбрались? Ое. Западня завершено. А что с этим одноруким с цикуном делать? А? Собственно. Ой. Красотища. То какая. Я никак... А, нет, только хотел сказать, что галлюцинаций нет. И тут они появились. Так. То есть он еще не все на нас высцал. Идем за добавкой. Ну, либо за встречным предложением. Как пойдет. Где он там? Так, другалек. Глупые поедатели рук. О, да, глупые поедатели рук. Здорово. За точку достал. Ты не удам. Дошло? Обоссаны. Винджа! Я Винджа! Винджа не мертвые? Многие живы, они спят... Они не спятить, как ты. Я не спятить. Я помогать Винджа. В основном уриной. Ты видеть? Красивый, твердый, как камень. А что это? По-твоему? Кровь Уруса. Хорошо, чтобы делать сильное оружие для Винджа, но кровь Уруса прятается от меня. В твоих снах я найти камни. Ты иди на запад, жить с Винджа. Умный обмоченный. Кровь Уруса сиять на солнце. Так ты их найти. Этот мой. Куда пошел? Так, нам нужно найти таких же, да, сейчас? И из них наделать оружие, судя по всему, потом. Куда идти-то? А-а-а. Ну, недалеко вроде.
Есть же. Так, отсюда мы... Почти допрыгнул. А где тигри? Тигри. О. Спасибо телепортации за это. Чего? Ой, 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 ой. Ну чё вы, чё вы, ребят, ну чё вы, ну... Ну чё вы, чё вы? Ну стелс. Ну стелс же. Опа. Всё? Двое? Нормально. Нет, ещё кто-то? Чего, мул? А, о, понял, понял. Ну, давай-ка зажгём. От греха подальше. Ты смотри, петляет. Вот тебе на. Ой-ой-ой-ой-ой, не, не пойдем. Так, а чё? А смотрите, старые стоячие камни Винджа. Ну, давай. Осмотрим. Что, не подзаросли, я смотрю. Исследовать. Ничего. Исследовать. Мы смотрим между камнями. Это последний? А почему в остальных нет ничего? Забрали их, типа? Тигри? Было бы классно, если бы он приносил бы, ну, мясо там. О, этот седой. А давай нападем. Вот так просто? Ты так мог? Серьезно? Круть. На тебе. Твоя доля. Я так понимаю, это особенный, да, какой-то? Жир зверя 6. Редкого белого яка. Отлично. Интересно, какое оружие у нас будет с кровью, из крови Уруса. Я надеюсь, не какие-нибудь отстойные метательные ножи. Уж лучше пусть копье будет с синим наконечником, будет вообще круто. Осмотрите место, где виден блеск. Блеск. Найдите 4 камня крови Уруса. А, один уже типа нашел. Опа. Понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята мои. А, да? Чё, как-то так? А как это так? А чё-то вас очень много тут? Я считаю. А чё, не увидели? О-о-о, глупцы. Это чё? Это... А, это рука? Беру. О! Кстати, подышать бы, да? Вот. Аккуратненько. Ненько. Опа! О, вот сейчас точно заметили, да, уже? Так. Ать-ать-ать-ать. Ну, сзади же был. Так, хорош. Не вижу никого. А где все? Были же здесь. Ладно. Он там что делает? Что за звуки? Ты мне это завязывай. Так, еще всего один остался. Наверное, где-то наверху. Но точно не внизу. Опа.
Тихо. Ну. Что-то я попадаю как будто. С копья то. А. Зачем они туда убежали? Алло, мы здесь. О. Все? И что дальше? Что дальше? Кровь уксуса получается. Закончено. И что теперь? Я вообще где? Это вообще что? Что за рудник? Такой лютый. Так, а сюда мы можем? Подожди, давай тогда лучше ему дом построим. Че по телепорту? Мало выносливости? Ну давай поедим. Еды-то полно. Так, столько достаточно? Я надеюсь. Ума? Понеслась? Так, и чё получается? Мы сейчас строим дом, и он нам дает какое-то оружие крутейшее. Было бы прикольно. Так, что-то я какой-то опять мятый. А где он, кстати? А, серьезно? Отлично. Я так понимаю, Фмагда, это обоссанный. Ты прав, обмоченный. А я делать оружие, чтобы винджа быть сильными. Но мне нужна хижина. Плохо строить одной рукой. А? Ягуара? Класс. А яги у нас где водятся? Где-то... Так, нам сейчас всяко надо будет отдохнуть. Как минимум. А где ягуары? Подожди, это же были. Не вижу. Не понял. Ну, где-то были. Может, где-то в зиме? Да нет. Так. Ну, посмотрим здесь, наверное, да? Окей. Пойдем в палатку. Пещеру, точнее. Время вздремнуть. Судя по всему. Фига, у вас тут движ, Париж. Просто типа на земле спит рядом с входом. Так, это опять не тот вход, да? Это у шамана миссия, да, уже появилась? Понял. Наварил там, видимо, снова вкусноты. И до рассвета. И на этом мы сегодня закончим. Подписывайтесь на канал, паблик, Steam, Instagram. Ставьте все уведомления, комментируйте. И до встречи в следующей серии. Пока!